Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область» в студії Катерина Тругубова, і я рада вітати нашу гостю. Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталя Васильівна Єфремова. Вітаю вас в нашій студії. Говорити сьогодні ми будемо на зміни у пенсійному законодавстві. Вони набули чинності з 1 січня 2015 року. Вони турбують усіх, навіть тих, хто ще не досяг пенсійного віку, тому що, ну, все ж таки, це те, що це наше майбутнє. І воно повинно бути таким, щоб ми були в ньому впевнені. Воно повинно бути щасливим. І от будемо розбиратися так, яке воно буде щасливе, чи, ну, трошки не таким, як нам хотілося, щоб воно було. Наталя Васильевна, давайте начнемо з такого стандартного достаточно вопроса, со стандартной информации. Это положение с выплатой пенсии. Потому что некоторое время назад были проблемы вообще вот в Украине, да, сейчас вроде бы стабилизировалось, но все-таки давайте еще раз скажем, насколько в нашей области все спокойно и стабильно именно с такими выплатами. Я могу сказать, уважаемые телезрители, что выплаты идут своевременно не только в Николаевской области, но и по всей Украине. Может быть, если по датам выплаты могут быть перебои с понедельника на вторник, это если в пятницу вечером не прошли платежи, то есть они прошли, но они зачислены позже на счета органов пенсионного фонда, и только в понедельник с утра мы можем дальше финансировать. Поэтому как таковых задержек ни в области, ни в Украине по выплате пенсии нет. В нашей области 341 тысяча пенсионеров. Вот на февраль месяц, на март месяц, будем говорить, последнее, нам нужно было 530 миллионов гривен для того, чтобы мы обеспечили свои выплаты своим пенсионерам. Значит, мы знаем, что вступили в силу законы с 1 января, это по налогообложению тех пенсий, которые выше 3654 гривны. И с 1 апреля вступил в силу уже закон, когда пенсии, которые у пенсионеры продолжают работать и получают пенсию больше, чем 1423,50, эта сумма их пенсии уменьшается на 15%. Значит, в связи с тем, что у нас, когда пенсионер оформляет пенсию, он подписывает заявление. И в тексте заявления мы сразу предупреждаем своего пенсионера о том, что если у него изменился статус, работающий он, не работающий, он должен тут же прийти нам, написать заявление, принести копию трудовой книжки последних листов или приказ об увольнении или о зачислении. Почему? Потому что работодатель, если сдает отчет, сегодня он сдает фискальную службу, то к нам это попадает через 3 месяца, то есть с задержкой. А за эти 3 месяца мы уже или не доплачиваем, как в прошлом году, допустим, мы работающие, да, индексацию платили, или переплачиваем. Понимаете, и в этом случае потом возникает конфликт интересов. То есть пенсионер недовольный, вот за меня отчитались, но для того, чтобы упредить вот эти разногласия, мы сразу же в заявлении это прописываем. И пенсионер просто, наверное, не дочитывает и подписывает, хотя он уже обязался перед нами отчитаться. Значит, и в связи с тем, что у нас работающих пенсионеров по состоянию на 1 апреля в области было 67 502, из них 20 321 пенсионер – это те, которые получали больше, чем 1423,50. И, естественно, люди, когда начали получать апрельскую пенсию или уже поняли, что вступил в силу закон, здесь начали приходить в органы пенсионного фонда. Конечно, в апреле у нас был насыщенный прием, потому что люди приходили, выясняли, почему я вот не работаю, а не работаю, нет у нас информации о том, что он уже уволен. И поэтому уже на 1 мая у нас
оказалось 19 095 только тех людей, которые уменьшена пенсия на 15%. Вот эти 19 095 уменьшены на 6 миллионов. Если на апрель у нас пошло 10 миллионов, то на май мы уже всем доплатили. С какого бы числа они не уволились, со следующего дня мы произвели им доплаты. И на май месяц у нас уменьшение суммы выплаты по работающим пенсионерам составили 6 миллионов. Если то мы... есть вот эта вот норма работает, да, если человек увольняется, то ему восстанавливается вот в том объеме, со следующего дня мы тут же пересчитываем и доплачиваем. А вот как раз когда уволится, он сам должен прийти и вам это сказать, да? Конечно. Потому что если это будет делать предприятие, то это будет... Это будет очень продолжительно. Через несколько месяцев. Да. Дело в том, что и мало того, желательно, чтобы это было числа до 20-го. Люди не понимают, почему вот я пришел 27-го числа, а вы говорите, что это будет, ну, допустим, 27 апреля, а вы говорите, что это будет не на май, а на июнь месяц. Почему? Потому что я должна вам объяснить, и вы должны понять, что с 25 числа все компьютерные машины у нас в органах пенсионного фонда закрываются на формирование ведомостей. То есть то, что мы за месяц приняли, заявление на назначение, на перерасчет, люди, которые уволились, на доплаты, мы с 25 по 27-8 готовим ведомости на следующий месяц. И 27-28 у нас уже ведомости напечатаны, они готовы, они проверяются, подписываются и передаются в банки на выплату и в почтовое отделение. То есть та информация, которая после 20 числа, она попадает на следующий уже месяц? Уже она пойдет на следующий месяц для обработки. Просто мы не можем войти в компьютер, в машину для того, чтобы внести эти показатели, эти данные и вывести. С 1 января мы знаем, что пенсии, которые составляют 3000, больше, чем 3654 гривны, мы уже с 1 января облагаем налогами 15% и 1,5% начисляем военный сбор. Значит, вот если говорить по маю месяцу, то таких пенсионеров в нашей области 8335 человек. Это те, которые получают больше 3654 гривны и облагаются налогом. Значит, за май месяц, на май, мы уплатили налогов 1 829 000. То есть полностью проходят удержание в автоматическом режиме и идет. Те пенсионеры, которые работают, то вначале мы их пенсию уменьшаем на 15% как работающему, а потом с разницы между 3654 и его пенсией мы уже облагаем налогом и перечисляем в фискальную службу. Тоже такой многолетний вопрос и многолетняя проблема. Есть у нас предприятия, которые либо работают, но очень-очень так слабенько, либо закрылись вообще, к сожалению. Это касается и больших предприятий, таких как завод имени 61 коммунара, Черноморский завод, на океане проблемы. И в течение многих лет, можно сказать, даже десятилетия уже, стоит вопрос о том, что не перечисляются деньги в пенсионный фонд даже для тех, кто еще там остался из коллектива, не говоря уже о тех, кто был уволен там по сокращению штатов и так далее. Насколько вообще уменьшилась эта задолженность, если она уменьшилась, и вообще вот существует ли она, и как решается этот вопрос, насколько администрация, может быть, помогает в переговорах с предприятиями, как это все выглядит? Я понимаю, с 2013 года единый взнос мы передали для удержания в фискальную службу, поэтому по суммам единого взноса я сказать не могу, а по тем суммам, которые у нас остались по страховым взносам, которые платились у нас еще до 2011 года, и по льготным пенсиям у нас сегодня в области задолженность составляет 186 миллионов. Конечно, очень большая сумма по льготным пенсиям.
Здесь вот в том законопроекте, который сегодня подан кабинетом министров на Верховный Совет для рассмотрения, предусматривается принять какие-то радикальные меры по тому, чтобы определиться, каким образом и кто будет возмещать вот эти льготные пенсии. Сегодня у нас много обращений лица, которые занимались сельским хозяйством и были на упрощенной системе налогообложения, на них не распространялся закон о уплате льготной пенсии. Дальше закон поменялся. А у нас в законе говорится о том, что женщина, которая имеет 5 детей и проработала в сельском хозяйстве 15 лет, то она выходит на пенсию независимо от возраста. Но вот эту разницу до ее пенсионного возраста пенсия выплачивает предприятие. Ну, так у нас по льготным пенсиям положено. И вот сегодня фермер нам не перечисляет за женщину, которую он принял на работу. Сегодня у нас конфликт интересов возник, мы подаем на него в суд, он приглашает ее, и она, ну, я так понимаю, работала она у него, не работала, просто, наверное, может, подошла и написала, что в трудовой книжке запись должен быть на момент оформления пенсии. И сегодня он отказывается платить, и он отказывается, многие предприятия, которые должны отпустить по льготному списку, отказываются в выдаче льготных справок, потому что они понимают, что отпуская на 5-10 лет раньше, они эти 5-10 лет должны полностью выплачивать пенсию. Если мы возьмем наш, допустим, трамвайно-троллейбусное управление, когда у нас было трамваев, сколько в городе, сколько водителей, и сегодня заработные платы, фонд на трамвайно-троллейбусном управлении уменьшился, потому что уменьшился подвижной состав, а те водители, которые работали, пришел их пенсионный возраст 55-50 лет, они обращаются к нам за льготной справкой, а с фонда уже трамвайно-троллейбусного предприятия они не могут выплатить эту пенсию по 5 лет каждому пенсионеру. Поэтому идет вот здесь нестыковка законодательства и в проекте, который планируется, если примут с 1 января 2016 года, я думаю, что этот вопрос будет разрешаться. А вот по поводу тоже выхода на досрочную пенсию, если идет там сокращение штата или ликвидация предприятия, вот есть какие-то... С 1 января 2015 года уже невозможно за 1,5 года до пенсионного возраста оформить пенсию по сокращению штатов, потому что 1,5 года центр занятости должен был нам платить. С 1 января 2015 года нормы такой нет. То есть мы не принимаем таких пенсионеров. Была норма закона, что по состоянию здоровья за 1,5 года до пенсии можно было оформиться. Сегодня такого тоже нет. То есть эта норма с 1 января упразднена. То есть человек должен либо устроиться, ну, встать продолжать на учет на работу, центр занятости, да, ну, если он может самостоятельно найти работу, а по состоянию здоровья там либо инвалидность, либо продолжать работать или искать работу. Здесь нужно определяться и человеку. И до 1 января 2015 года мы оформляли женщин в 55 лет на пенсию. Но только при условии, если у нее было 30 лет стажа. И за каждый год раннего ухода мы пенсию уменьшали на 0,5%. Мы все это разъясняем. И опять же таки, для таких лиц, для таких женщин, которые оформляли эту пенсию и подписывали заявление, они ознакомлены в том, что так будет. Сегодня, когда прошло уже, у них наступил пенсионный возраст, они начинают обращаться, а почему у них до сих пор удерживается. Значит, я обращаю внимание тех женщин, которые оформили, у вас удержание, это будет проходить пожизненно. Даже если вы будете переходить с одного вида пенсии на другой, независимо от того, ну, будем говорить так, вот у нас женщина перешла на пенсию мужа по потере кормильца. Мы все равно с ее выплаты уменьшаем на 0,5% за каждый месяц, когда она раньше воспользовалась. Это был так прописан закон.
И ничего сделать, да, получается, Уже нельзя. ничего не сделаешь. Раз мы заговорили уже, упомнили о пенсии по утрате кормильца, у нас, к сожалению, в нашем сейчас обществе появились новые такие пенсии, причем люди гибнут в зоне антитеррористической операции, то есть это молодые люди, это достаточно молодые семьи с маленькими детьми. Как с ними, вот как это начисление пенсии для таких семей происходит? Мы сегодня стараемся, чтобы эту информацию знали не только участники или пострадавшие от зоны АТО, а и все, будем говорить, родственники, которые имеют право на потерю кормильца, пенсионеров, которые ранее умерли от ран или от каких-либо заболеваний, и они тоже имеют право посчитать свой размер пенсии. Значит, мы считаем пенсию по потере кормильца от заработной платы, от дохода человека, который умер. Значит, если эта пенсия меньше, чем две минимальных пенсии, 949 гривен, дважды это 1898 гривен. Значит, если она меньше, то мы платим две минимальные. Если же она больше, то мы платим ту, которая посчитана. Поэтому сейчас у нас таких вопросов нет. Сегодня, ну, я думаю, что практически уже, наверное, 90% работников, ну, получателей пенсии, которые получали гражданскую пенсию, обратились к нам на мореходный один за вариантом расчета пенсии по потере кормильца. Это можно сделать только вот у вас в главном офисе или же в Военные каждом? пенсии вот именно такого характера, потому что все другие пенсии по потере кормильца не изменились. Это только для военнослужащих. Понятно. Тоже актуальный вопрос, с которым приходят и к нам, и даже вот звонки были. Много есть мифов, много есть слухов. Беременность наступает, роды и потом радостный уход за ребенком, да, смотреть, как он растет, радоваться его каждому там первому, второму, третьему шагу, вот. Но опять же, женщина работала, уходит в отпуск в декретный, вот этот стаж, вернее время отпуска, идет стаж, не идет стаж, много версий, пугают друг друга. Давайте расскажем, как на самом деле. Дело в том, что да, была проблема небольшая, будем говорить так, она была 4 месяца. Вот этот больничный лист, который он и не больничным был, и не пособием, это было пособие по родам, вот такое. 4 месяца дородовых и послеродовых страховые взносы и единый взнос не начислялись, и долго не вот эти 4 месяца не включались в стаж. То есть уже 8, если Дальше. 4 до и 4 2, после. 2, А, 4. 2. 2 То есть 4, дородовых, 8. да, 4 в общем, как Ну, тоже, в больничные, принципе, да. да. Значит, с 2012 года этот вопрос решен. Значит, на этот период мы начисляем страховые взносы у себя в учете и берем. Значит, далее женщина, которая родила, она оформляет пособие в Управление социальной защиты. И в Управление социальной защиты обязательно перечисляют страховые взносы нам. То есть они дают все списки получателей пособий на ребенка. И до 3 лет у нас есть их данные и их перечисления. Перечисления с минимальной заработной платы. То есть дальше до 3-летнего возраста у этого работника, который сидел в декретном отпуске, стоит минимальная заработная плата. То есть это идут отчисления от минимальной зарплаты, и это включается в стаж. Но вот если женщина решает вопрос, или мужчина, у нас тоже есть же декретные мужчины, оформляет уход за ребенком до 6 лет, то с 3 до 6 лет пособие они не получают. И перечисления в пенсионный фонд не идут. И вот этот стаж с 3 до 6 лет они теряют. То есть, если при достижении пенсионного возраста не будет хватать стажа, то за этот период каждый человек может себе доплатить добровольными взносами. Самостоятельно. Самостоятельно, да.
Ну, это нужно делать уже тогда, может, человек наработает себе стажа больше, чем Чем положено положено по женщине минимуму. 30, да, а мужчине на сегодня 35 лет нужно. Вот с пенсионным возрастом, мы уже говорили, да, немножечко о пенсионном возрасте для женщин. Ну, там тоже, да, какой-то вот там на год получается, да, там 55 и 56, допустим, или там 57. У кого-то это несколько месяцев, у кого-то там до 5 лет. Может быть, коротко, как то вот, чтобы Но люди знали практически немножко. сегодня уже ни звонков нет, ничего. Каждый человек для себя уже Уже решил. определился. Ну, есть там же за каждые полгода идет увеличение, с какого по какого рожденные женщины уходят. А где это вот можно посмотреть? Получается, где-то Это это есть закон в о свободном доступе? общеобязательном государственном пенсионном страховании, То есть. который можно найти на любом сайте, и там вот эта шкала есть, где определена. Точно так же уже с 1 апреля принят закон о том, что для получателей льготной пенсии, это по первому, по второму списку, вот как мы с вами говорили, и по выслуге лет, это медицинские работники, работники народного образования, они выходили раньше при наличии 20 лет стажа. Есть такого, значит, они имели право, независимо от возраста, 25, оформлять пенсию. Значит, сегодня им точно так же пропорционально до 2022 года разбито увеличение на полгода, каждый год увеличивается и стаж, то есть до 30 лет, теперь не 25, а 30 лет нужно для того, чтобы оформить. Ну, так вот закон уже принят. Научная пенсия. Люди, которые занимаются наукой, там у них тоже есть какие-то нормы, которые только им принадлежат. Но это не только наука, это есть такой перечень получателей по специальным законам. И один из видов – это научная пенсия. С 1 апреля, вот то, что мы говорили по работающим пенсионерам, что работающий пенсионер, который получает больше пенсию, чем 1423 гривны 50 копеек, она уменьшается на 15%. Но не менее 1423,50. Значит, что касается пенсионеров, которые работают на специальных законах, значит, там есть льготы только для инвалидов первой и второй группы, для инвалидов третьей группы боевых действий и те вот по потере кормильца, за которые мы говорили. Вот эти лица могут работать, и у них пенсия не удерживается. По спецзаконам, те, кто работает на госслужбе, в местном самоуправлении, в прокуратуре, в судах работающим пенсионерам, пенсии не выплачивается. Значит, не выплачивается пенсия даже военнослужащая, если военнослужащий пришел на госслужбу, не только на науку. Значит, вот здесь во всех остальных случаях пенсия военнослужащего, работающего, не уменьшается на 15%. Пенсия научного работника, она платится, но не научная, а по закону о общеобязательном государственном пенсионном страховании, уменьшенную на 15%. То есть как для всех, как для каждого работающего А пенсионера. когда он покидает свое рабочее Мы место? тут же ему восстанавливаем то, что ему положено. И эта норма закона прописана с 1 января 2015 года до 1 января 2016 года. То есть мы предполагаем, что с 1 января 2016 года будет проголосован вот этот законопроект, который уже опубликован и будет рассматриваться. Он еще не рассматривался в Верховном Совете. И там уже в этом законопроекте спецпенсий не будет всем категориям, кроме военнослужащих. Начисления по старому закону будут применяться только для военнослужащих, а по всем остальным категориям по общеобязательному. Но планируется отчисление как профессиональные корпорации, будем говорить так. Если как лиц, которые работали на должностях, которые имеют право на спецпенсии, значит, у них удержание проходит
у каждого зарплаты не 2%, а 5% в пенсионный фонд. Там еще 1,5% и 1,6% идет в центр занятости, в фонд социального страхования, а именно в пенсионный фонд. То планируется, что с 1 января 2016 года пойдет распределение, то есть будет 3,6% в пенсионный для работающих с учетом и центра занятости перечисления, а 2,5% будут перечисляться в специальный накопительный фонд для таких лиц, которые имели ранее право на спецпенсии. А далее, при наступлении пенсионного возраста, им планируется с этого фонда выплата дополнительных пенсионных отчислений. Спасибо большое. К сожалению, время наше уже быстро-быстро закончилось. Спасибо за интересную информацию, полезную информацию. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви цей час присвятили нашому телеканалу. Сподіваюся, що те, про що ми говорили, було для вас важливо, корисно і цікаво. Я ж прощаюся з вами. До наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.